Так, всем приветствую, Спанч Боб и... ...ракетным двигателем. Он предпочитал передвигаться по городу в сопровождении... Я не знаю, начало себе видео, потому что я не вижу. Это так, говорят цифры. ...на завод по производству ФАО-2, где прятались еще трое ученых. Ну, видишь, что началось, так что давай, начинаем. Чего? Начинаем, вот! Начинаем! Тихо, тихо, дай ему. Так, тихо, дай ему тихо убить. Подожди. Я не умею стелсить. Я не умею стелсить. Ну давай, спасай меня, ты чё? Очень-то классные шутки. Я делал приказ, так что тихо. Да тихо, ты беги! Я тебе сказал, тихо! Вот и все. А какая кнопка ставит всякие там, не знаю, штучки, а? Не надо, понимаешь, чтобы сказал, не надо! Ну блин, что ты наделал? Зачем? Зачем, понимаешь, зачем ты стелс? Какая, блин, разница? Вас сейчас убьют просто, и все. Да я убью. Блин, как ты стреляешь?
Пошли! Давай, забирайся, я тебя жду, давай. Тихо, тебе говорю, тихо! Ну блин, ты понимаешь, что мне это надоело? Нет. Давай бежим! А мне кажется, мы тут не туда побежаем!
тихо, тебя умоляю, тихо! Я хочу стелса, понимаешь, стелса! Пошли, 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 пошли. Тихо, тихо, тебе умоляю, тихо! Не стреляй в него! Теперь выстрел в него из чего-нибудь шумного, шумного, шумного! Чтобы взорвать, чтобы взорвать! Тихо, стой! Тихо, я тебя стрелял! Не подходи, не подходи туда! Вот! Убью, хорошо? Я его убью, этого танка, хорошо? Thank you.
куда? Побежали! Это конец первой миссии. Первой серии. Всем пока! Ладно, все.